В минувшие дни на базе лицея номер 14 города Каспийска состоялся финальный этап муниципальных соревнований по футболу – школьная футбольная лига. В соревнованиях приняли участие воспитанники образовательных учреждений города со 2 по 9 классы. Основная цель проведения подобных мероприятий – это популяризация спорта и здорового образа жизни, особенно в современной реальности. По результатам турнира первые места заняли следующие команды. Вторые классы Республиканского центра образования, третий класс МБУ СОШ номер 3, четвертый класс Республиканского центра образования, пятые классы школы номер 15, шестые классы Республиканского центра образования, седьмые классы школы номер 12, восьмые классы школы номер 6 и девятые классы школы номер 6. Отметим, что все победители соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.